Здравствуйте. А что ж вы не проходите к нам? Вы же сотрудники полиции? Здравствуйте. А чего вы у него не приходили? Вы давно приехали? Куда? Мы вас вызывали. Здравствуйте. Мы прибыли. Центр полиции Костричка. Сюда мы проходить не можем. Потому почему? Потому что здание суда находится. Мы люди, вы сотрудники полиции? Мы сотрудники полиции. То есть своя служба есть. Обалдеть. Вот. Вы что, серьезно, что ли? Конечно. Вы сотрудники полиции, вы что? Вы нам рассказывать, что мы... Да. Вы вызвали? Попу, да, ну вызвали? Давайте тогда сейчас побеседуем давайте здесь. Давайте. Вы просто удивляете меня. Ну, такие правила. Сошлитесь на эти правила. Что сошлитесь? Чего мне ссылаться на эти правила? Я вам объясняю, что мы сюда проходить не можем. Увозили. Так сошлитесь на правила. Вы что? Вы что, глупости такие говорите? Вы серьезно это? Сейчас вы говорите, что вы, находясь на службе, при исполнении... Вы хотите обратиться к нам? Да, я удивляюсь, вы почему вы давно там, приехали? Только что приехали, минут 10 назад. Обращайтесь к нам. Что у вас? Ну, давайте пройдем, по что делу, мы давайте общаться. Будем так у порога стоять, что ли? Так рассказывайте, я вас слушаю. А вас не пускают? Подожди, давайте зафиксируем. Вы не пускаете сотрудников полиции? На основании 9 закона службы органов помещенного исполнения, статья 11, права и обязанности судебного пристава. Да. В правах судебного пристава мы имеем право не допускать лиц с оружием за исключением. Ну я слушаю, за да. Я говорю, за исключением определенного контингента. За исключением тех, кто конвоирует. Конвой. Все, рассказывайте это человеку. Да мне не надо рассказывать, я просто пытаюсь понять, насколько вы неграмотны юридически, вы что творите? Вот вы на данном месте должны были уже их положить. Кого мы должны положить? Вот этих людей, которые не имеют права вас не пускать. Что у вас случилось? Мы вас слушаем. Так а какой толк от вас, если вы кто? Вы на зачем? Вы кто? Вызвали? Представьтесь для начала. Я вы кто? Представился уже. Еще раз говорю, лейтенант полиции Костышин. Для чего удостоверение нас... покажите. Вы старший в данном ряду? Я вам не обязан показывать удостоверение. Обязан, вы первый обратился. Я к вам не первый обратился, вы нас вызвали. Зашибись, вот. Это что такое? По закону полиции. Скажите, пожалуйста, вы нас зачем развернулся вызвали? И пошел вон отсюда. Мужчина, пошел вы в помощи вон. Полиции нуждаетесь какой-то? Шел вон отсюда. Вы так не разговариваете. Вышестоящим руководством буду разговаривать. Понял меня? Нет. Хотите. Не надо грубить. Иди отсюда. Грубить не надо. Иди отсюда. Грубить не надо. Ты сначала разберись со своими должностными обязанностями. Стоит он тут, как девочка, мнется. Как девочка, тут никто не мнется. Так иди отсюда. Ладно, я вас понял. Это ж надо до такого дойтись. Стоят тут лбы. Сотрудника полиции не пустили в суд, потому что он с пистолетом. Вы еще пистолет отберите. Жесть, ребята, вы что, совсем крыша поехала? Ты не путай человека с оружием, который проходит, допустим, я, да, и сотрудника полиции при исполнении. Читай свой федеральный закон. Читай внимательно. Тупизм такой, я в шоке просто. Что происходит? Ребята, вы не позорьте себя хотя бы, сотрудников полиции. Вы что, совсем, что ли? Мозгов это нету. Кошмар. Это просто кошмар. Просто мозгов нету. Я в шоке, это блин. Это в шоке. Это надо звонить начальнику ППС Ленинского района. Слушай, вот это, конечно, трандец. Как это? Полиция не зашла в суд? Это что? Это где? Это как? Все приезжают. Слушай, такое заходят. Ощущение, как бы, блядь, зоопарк все хуже и хуже в нашей стране. Это маска. Это после намордников люди стали... Вакцинация, намордники. Вы. Это дебилизм, это что ли, в стране? Это обычный, да, полный. А раньше же не было охраны. Не было же охраны раньше в судах? Не было. Милиция заходила? Заходила. Какие проблемы? Денис, ну я пошел монтировать. Что тут остается делать? Ну это жесть просто. Это не укладывается в голове. Это как такое может происходить? Полицию не пускают в здание суда. Ты посмотри, сколько, извиняюсь за выражение, собралось. И все с оружием. Это опасно вообще здесь находиться. Пойдем отсюда побыстрее. Кошмар. А то еще пристрелят. Как не пристрелили. Спрятали бы их под баре. Кошмар. Вы опозорили этих ментов? Я? И сами опозорить. Ну ладно. Именно лично я. Вот.